Накануне праздника Международный день водных ресурсов специалисты заповедника Кузнецкий Алатау провели экологический урок «День воды» для 8 класса гимназии номер 6. Человек с ранних лет должен понимать ценность водных ресурсов нашей планеты и учиться сохранять их для будущего наших потомков. В процессе урока школьникам рассказали про историю создания праздника и его сущность. А главной темой стали водные объекты, которые расположены не только на территории заповедника, но и на всей Кемеровской области. Всего на территории нашей области протекает более 32 тысяч различных водотоков. Это также малые реки, большие реки, крупные. В конце урока с целью закрепления знаний обучающихся специалисты заповедника провели викторину, посвященную Международному дню водных ресурсов. И за правильные ответы школьники получили памятные призы. Нет, 44. Какого числа отмечают Всемирный день водных ресурсов? Вот мальчик первый, 22 марта. Сотрудники заповедника поздравляют всех с праздником и призывают бережно относиться к природе, ведь планета – это наш дом.